Погодите, я же не выпила этот. Я же не выпила зелье свое. Омолаживающее. Собралась. Как обычно. Да, такая молодец. И витаминку с утра. Вот, наверное, поэтому у меня и настроение всегда хорошее. У меня нет там ничего такого, знаете, как по типу, что это, депрессии или там, ну, что-то вот в этом роде. У меня такого нет, потому что я всегда пью витамины. Я стараюсь не быть голодной. Ну и, друзья мои, свое настроение, мое настроение, зависит только от меня. И ваше должно быть так же. Остатки какие-то, знаете, всю муть со дна. Ваше настроение тоже будет только от вас зависеть, а не от кого-то там. Проснулись, улыбнулись. Сколько бы вам лет не было, вот сколько бы вам не было лет, проснулись, улыбнулись. На работу ходите? Ну, значит, на работу. Не ходите? Значит, не ходите. Я в том плане, что не имеет значения, работаете или нет, какой у вас образ жизни, не имеет значения. Всегда будьте в хорошем настроении. Оно вас само будет заряжать на хорошее и на позитивное. Как только я сама себе испортила настроение, все. Оно как будто бы снежный ком. Все идет так, и думаешь, да что ж за день, да что ж за день такой. Ну, так бывает редко. Я уже просто давно эту загадку разгадала. Теперь я так не делаю. А вот если вы чувствуете, что плохое настроение, прямо остановитесь, скажите, так, нет, все, стоп. Сегодня настроение хорошее. И все, оно у вас будет хорошее. Сами переключайтесь. Реально оно у вас будет такое. Сейчас мутняка глотнем. Ваше здоровье, мои хорошие. Песок какой-то. Мой, наверное, на дне был. Все. Теперь точно пошла приводить себя в порядок.